вместо сончаса и урока. Воспитанники детских садов и школ демонстрируют свои таланты на фестивале хореографических коллективов «Первоцвет». Большой зал ДК «Смена» не вмещает всех участников и гостей. Поэтому пока одни на сцене, другие только готовятся к выступлению. Мы из школы номер 3, детская школа искусств номер 3. Коллектив называется «Выкрутасы». Мы участвуем уже третий год, нам очень все нравится. Дом культуры замечательный. Всегда организационные моменты все вполне удовлетворительные. Готовы в этом году снова выигрывать. Фестиваль «Первоцвет» проходит в Челябинске третий год подряд. Он объединяет молодые и еще не признанные творческие коллективы из разных районов города. Для всех участников это дебют на большой сцене. Даже опытных ведущих здесь нет. Номера и участников представляют сами дети. Вот для меня очень страшно, потому что вдруг ты забудешь слова или не скажешь не ту фамилию. Самое лучшее у ведущего то, что ему можно брать с собой планшет. Организатором фестиваля выступает администрация средней общеобразовательной школы номер 19, а также педагоги дополнительного образования Нина Яцкая и Екатерина Белова. Именно им принадлежит идея создать городской фестиваль, где разные творческие коллективы встречаются, знакомятся и обмениваются опытом. Изначально зрителями были только родители и сами коллективы. Но в прошлом году вот мы оценили уже ситуацию, поняли, что нам не хватает прямо зрителя настоящего, который будет сидеть в зале. И в этом году мы пригласили ветеранов труда, ветеранов педобразования Тракторозаводского района, из других районов города. И у нас еще есть детки из интерната номер 1. С каждым годом растет география участников. Если изначально здесь были представлены только коллективы Тракторозаводского района, то сегодня присоединились и юные артисты из Калининского, Советского районов и даже Чвакуша. Также третий год подряд у фестиваля есть и социальный партнер. Компания, неравнодушная к детским талантам. Интерес сугубо альтруистический, да. Сами в прошлом были связаны, скажем так, с хореографией, там есть там танцевальный опыт, там, опыт выступления на сцене. Хочется поддержать молодых ребят в первых шагах на пути, может быть, и большим каким-то сценам, может быть, даже международным. Ну, мало ли у кого-то получится, почему бы не помочь раскрыться этим маленьким талантом, расцвести, стать чем-то большим. На этом фестивале нет победителей. Все участники занимают призовые места, получают дипломы и кубки. Но самое главное, каждый ребенок знакомится с настоящей сценой. А у родителей этих талантливых деток появляется еще один повод испытать настоящую гордость за своего ребенка. Алена Чеплыгина, Антон Щербинин, ОТВ.